Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Нанда Саходитам Си Нанда Нанда Нанг Банде Радхика Чарана Дайам Гопи Джано Самаюктам Бинда Банам Мано Ванша калпатару ваше кипасинду бхавача патитананг павоне бхавишна бибью хо намо намаха мукан кароти ваача ланг тангун лангхети гирим ят кипатамаханг банде парама анандамадвам бриндавай тулси деббай пиявай кесвасача Шна бхакти паде деви сатта ваттвай намо намаха Нараяна намаскритта нарунчайва нараттамам Девин саврасатин вясам тату жайо муги мадире Санкиртане кришна катху падеши Гаврия патрашча пракасане ча Садану ракта гуру бхакти жукто Бхакти Прамодакша Джагод Баруну Дхиям Сада Парибхавагнам Авиштадухам Титас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Витатихам Панатапалабхавадипутам Банде Махапурушате Чаруна Равиндам Ятпада Паллабанакачандамани Чатая Испуриджита кимапигвадушвадирши Пурнану рагра сасагра сара мурти Сарадхикамай када кифамукароши Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхита гададхара сивасади Гаура бхакта бинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхита гададхара сивасади Гаура бхакта бинда Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Аджану ламмита бхужау канука бодато Санкиртанай капитару камала хятакшо Вишамбару диджавару джугадхарма пало Банде джагат прияккару каруна аватару Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Аджану ламмита бхужау канука бодато Санкиртанай капитару камала хятакшо Вишамбару диджавару джугадхарма пало Банде джагат прияккару Каруна Бхатару Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сураир Вандито Дивья Рупам Бхуктин Ча Муктин Ча Дада Синиттам Бхавану Рупенна Сада Наранам Ганга Таранга Раманья Джата Калапам Гаури Нирантара Бибуши Тобам Бхагам Нараяно Прияманаṅga Мадапахарам Варанаси Пурапати Бхаджавишанатхам Бхагиша Джасва Бхадане Лакшмир Джасва Ча Бхакшаши Ясасти Дай Самбихи
Tam nisingam aham bhaje. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Oi Dindhyardhanath, oi Mathuranath, Kadavalaka Shihidayam Tadaloka Kataram, Daito Brahmati Kim Karomi Aham. Oi Dindhyardhanath, oi Mathuranath, Kadavalaka Shihidayam Tadaloka Kataram, Daitam Brahmati Kim Karami Aham. Gauriya Goshtipati, Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, Jagat Guru, Paramahansa Jagat Guru told that Srila Madhavendra Puripat. Gauriya Goshtipati, Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada сказал, что Мадхаведа Пурипат это главная колонна Гаудия Бхаджана. Гаудия Гоштипати, Шишила Бхакти Сиданта, Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад. Прамахамса Джагадгуру сказал, что Мадхаведа Пурипат это главная основа колонны Гаудия Бхаджана. И та шлока, которая им произнесена Мадхаведа Пурипадом. Вот он произнес шлоку перед вот эту шлоку перед тем, как оставить этот материальный мир. Эта шлока, она изначально это изначальная шлока Рупануга Бхакти. Эта шлока — это коренная причина Рупануга Бхаджана. Без понимания этой шлоки нашу жизнь мы думаем о себе как о гаудиях. Но если мы действительно гаудии, мы должны взращивать эту шлоку. Как оленя, то я олени. И вот от оленей иногда исходит прекрасный запах, но олени пытаются найти источник этого запаха, бегают там и здесь, но они не знают, что этот запах от них исходит. И вот те возвышенные преданные, они знают, что и что, а другие нет. Они знают источник всего, и вот эта шлока — это коренная причина Рупануга Бхаджана. Не осознав эту шлоку, никто не может войти на путь Рупануга Бхаджана. Почему Шрила Прабхупад говорит, что Мадхаведа Пурипат — он главная колонна Гауди Бхаджана? Почему не Гауранга Махапрабху? Мы хотим сказать Гауранга Махапрабху, поскольку от него мы обрели нашу Гурвагу и все остальное, но Гурвага говорит, нет, это идея, это неправильно. Мы не понимаем, что наш Бхактивинода Тхакур Прабхупад не сказали, то, что Мадхаведа Пурипат, Билла Мангал Тхакур, внутри их сердца Махапрабху, золотая аватара, она уже явилась, но никто не знает об этом. Хотя они пришли намного раньше, чем Махапрабху явился в этом мире, но что? Они пришли гораздо раньше, чем Гауранга Махапрабху. Но Гауранга аватар, он вечен. Он, это вечная аватара, она явилась. Вот этот аватар явился в их сердце. Откуда мы знаем? Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, без связи с Гаурангой Махапрабху, не имея связи с Радхарани, Гауранга Махапрабху, он есть олицетворение Радхарани. И вот без связи с этим золотым аватарой,
такая према, она невозможна. Да, никогда ее не было с самого начала творения. Creation mean? I'm not speaking about Dapar Yug. Dapar Yug gone. After that, again starting. This kind of prema. И вот такая према, она практически невозможна. И вот сиддханта в том, что хотя мы находим, что Мадхавинда Пурипат, он в наставнической преемственности Мадхвачари, но все же то, что Мадхвачари не мог сказать, поскольку наставление Бхагавана было говорить до какого-то определенного уровня, он отправил Мадхвачарю, Рамануджачарю, чтобы они проповедовали до какого-то определенного уровня, потом Бхагаван отправил следующих преданных, которые должны были продолжить их дело. Как пример, Шрила Вриндавана Стакур Махашай, он мог написать все, больше, чем он мог написать больше, чем уже есть в Шичитане Бхагавате. Он написать мог, он сам Вьяса Аватара, он Вьяса Гора Лилы, но не написал. Он сказал, если я скажу больше, чем надо, то эта книга станет, и так она большая, очень станет еще больше, и мало кто осмелится ее читать. И суть в том, что Кришнадас Кавирас Госвами, он уже признал то, что I'm chewing. I have that much audacity I don't have. И вот он говорит, что я поднимаю просто остатки пищи этого Вриндавана Стакур Махашая. It is all his mercy. И вот он говорит, что все, я пишу все по его милости. And repeatedly praying. И он снова и снова молится, so that there, чтобы so that there cannot be any mistake, не было никаких ошибок, никаких оскорблений в адрес лотосных стоп Вриндавана Стакура. Можно изучить Сичитани Читамриту. И вот там Кришнадас Кавирас Госвами говорит, и таким образом Мадхвачарья, Рамануджачарья, все четыре ачарья велики, нет в этом никаких сомнений, но они оставили какое-то служение для следующих преданных, поскольку время от времени Бхагаван хочет являть новые лилы, новые сиддханту с новыми преданными. Она, конечно, вечна, но для нас это все новое. И вот Мадхвачарья внешне можно найти, он имеет связь. Madhavendra Puripad externally we find is a link with Madhvacharya. So what? С Мадхвачарьей что? But still we say that. Но все же мы говорим, что Гуранга Махапрабху, он уже явился внутри сердца Мадхавендра Пури. Already appeared inside the heart of. Он уже явился внутри сердца. Билламангала Такура. Билламангала Такура. Я могу два свидетельства привести. Первое, то, что Гуранга Махапрабху специально он отправился искать эту книгу в Южной Индии, чтобы показать, что у них есть связь. Иначе почему Махапрабху с таким вдохновением читал Кришна Каранамриту и Брама Самхиту? Это свидетельство тому. Второе, почему Махапрабху принял сампрадая Мадхавендра Пурипада, хотя Гуранга он хотел открыть этот секрет, но мы слепые не можем видеть. И вот Гуранга Аватар, он уже был там, и Мадхавендра Пурипад, он коренная причина Гаудия Бхаджана или Рупануга Бхаджана, я могу сказать. Это правильная концепция. И та шлока, с которой я начал, это основа. Не поняв эту шлоку,
мы не можем вступить на путь Випраламбха Бхава. Это такая Випраламбха Бхава, чувство великой разлуки. Если мы не сможем понять это чувство разлуки внутри нашего сердца, то весь наш Гаудия Бхаджан, Рупануга Бхаджан, он бесполезен. Нет толку от него. Я хочу сказать что-то о Шабдабрахме, о Татва Веданте, но ваш вопрос напомнил мне, что нужно сказать о чем-то еще. И вот ваш вопрос, он отклонил меня на другую тему. Это хорошо, это все же имеет связь с Ведантой, с Мадхавендра Пурипадой. Направление мы не потеряем. И вот вчера я говорил одну шлоку. И также я говорил в одной шлоке из Шримад Бхагавата Махапурани. Марту яда тякту самасто карма нивидитатма вичикирсито ме тадатма бхуяя калпате Марто яда такто самасто карма ниведитатма бичикирсито ме тадатма бхуяйо калпате бхуй. Тадатма бхуяйо ча калпате бхуй. This two shloka I told yesterday. И в этих две шлоки я говорил о них вчера. And sabdo parichana snatang mean sabdo mean what do you mean by sabdo? Шабдо, что значит шабдо? Один садгуру, он должен иметь этот признак, вот эти признаки Шабда Брама и Парабрама. Вот как в этой шлоке говорится. И вопрос, что значит Шабда? Шабда значит Шабда Праман. Джива Госвами Пад говорит, Шабда значит Веда. Упанишада Веданта. То, что зовется Шабда Брама. Атхата Брама Джигьяса. Атхата Брама Джигьяса значит, осознав, после осознания бесполезности материальных звуков, которые мы используем день и ночь, мы можем понять всем сердцем, то, что мы должны практиковать трансцендентный звук. И поэтому здесь говорится «Адхата Брахма Джигьяса». Шримад Бхагавата Махапурана, там в последней шлоке говорится, если вы практикуете эту Шабда Брахму, то тогда вы сможете избавиться от этой материальной обусловленности и достичь трансцендентного мира. Если вы будете практиковать Шабда Брама Шлоку, и если вы прекратите повторять материальные звуки, поскольку это наставление Шримана Махапрабху, чтобы мы не привлекались материальными вещами, материальными звуками, Махапрабху говорит Рагунатх Дас Госаю. You cannot search nice, tasteful thing, then you cannot get control over your sense organ. Impossible. So Mahaprabhu speaking, we should not exercise. Вот Махапрабху говорит, что мы не должны заниматься материальными вещами, повторять какие-то материальные звуки. Все, что мы делаем, мы должны не должны делать с материальным настроем.
То есть Махапрабху и Махапрабху говорит, что наоборот мы должны практиковать трансцендентные звуки, повторять трансцендентные мантры, имена. И если мы будем практиковать и повторять эти трансцендентные звуки, тогда мы сможем избавиться от материальной обусловленности и достичь трансцендентного мира. Это шабда значит Веда, Веданта, Упанишада. Все зовется шабдой. That's mean athato brahma jigyasa, because shabda mean Bhagavan. Это значит athato brahma jigyasa, шабда. Это звук, трансцендентный звук, это сам Бхагаван. Как это возможно? Может, вы слышали, как вы веданту и такое выражение на Брама. Ом ити экакшарам. Брахма-мантра. Вот это Брахма-мантра. Ом эти экакшарам. В Гите Бхагаван говорит. Это корень всего мироздания. И в шастрах также есть такое свидетельство Каликала. Вот то, что о том, что в эту Кали-югу Кришна, он явится в форме звука, в форме Шабда Брахма. Если будем повторять совершенным образом имена Кришны всем сердцем, то Кришна явится в этом звуке, но для обусловления души это невозможно. Но Мадхавинда Пурипад может так делать, когда Мадхавинда Пурипад повторяет Ха Кришна, Ха Мадхурана, то Кришна, он присутствует в этом звуке. Мы не можем видеть, мы слепы. Но Кришна, он там. И звук может быть увиден как, да, это возможно. И в шастрах есть указание на это, в Ведах, в Веданте. Мы во многих местах видим такое указание, такой намек, если мы повторим Шабда Брахму совершенным образом, то тот объект, который мы имеем в виду этим звуком, как дама, имя Вриндаван. И Вриндаван в этом имени Вриндаван, сам Вриндаван присутствует. Вриндаван Дама, Бхагаван Шри Кришна, все его вечные спутники, все. Все включено в эту Шабда Брахму. Шабда Брахму значит не только один Кришна. Кришна. Это Адвайгьян Таттва значит Кришна и все окружение Дама, Нама, Лила, Парикарба, Шишта, все вместе. Это зовется Адвайгьян Таттва. И вот все вместе это зовется Шабда Брахма. Я имею в виду Бхагаван Шри Кришна в Кали-югу, он явился в форме Шабда Брахма. Анади Ниданам Брахма Шабда Таттвам Ядакшарам Нивартати Артха Бхавена Пакрия Йогато Йотаха. In Veda, Брахма Канда, one sloka, it is written, Анади Ниданам Брахма. What do you mean by Анади Ниданам Брахма? И вот Шримад Бхагаватам в первой шлоке Тишаргахам миша дхамна сену нираста кухакам сатьям парам дхимахи. И вот мы все, вы все приглашены
участвовать вместе со мной, с Шрилой Прабхупадой, Бхактивинода Такуром, с Мадхавендра Пурипадой, в том, чтобы сконцентрироваться на лотосных стопах этого Кришны, Шри Кришна Читании, все вы приглашены. И нет никаких корыстных интересов в этом, это открыто для всех. Весь мир. I can pray them, you come, let us jointly, you know, sing the glories of Bhagavan. Я приглашаю всех воспевать имя Бхагавана и размышлять о нем. Сатьям парам димахи. Димахи, значит, это слово во множественном числе используется, не в единственном. И вот димахи. Все. Шрила Прабхупада говорит, весь мир приглашен и присоединиться к нам, чтобы мы вместе медитировали на лотосные стопы того Парабрахма Парадпаракилешвара. Медитировали, значит, совершали санкиртану. Санкиртана — это лучшая медитация. Санкиртана — это лучшая арчана. Санкиртан — это все и все. Я имею в виду все, что мы можем достичь с помощью медитации, всего можем достичь с помощью санкиртаны и через харикатху. Я могу совершать медитацию через харикатху. Когда я говорю харикатху, мой ум не должен отвлекаться. И вот Шрила Прабхупада говорит, лучшая медитация — это харикатха, это шравон киртан. Более эффективен, чем обычная медитация. Более эффективен, чем арчана. Более эффективен, чем какие-то яги, которые мы должны делать. Но яги в Кали-югу не одобряются. И лучшие яги — это Харинам Санкиртана. Махапрабху сказал. Мы видим. Шабда-таттва. Это Шлока говорит о том, что Шабда-таттва — это зовется Шабда-таттва и Джаг-акшарам. Акшарам значит Абинаши, то, что никогда не уничтожается. Акшар — есть два вида значения. Акшара значит накшара. Акшара значит накшара, тот, что никогда не уничтожается. И другое значение шабдвам — это пранава ом. И таким образом я могу значение вывести из этого. И вот она. Анади ниданам брамо шабдотаттвам ядакшараха. Нивартате артхабхавено пакрия ягато ятаха. Пакрия мане the reaction of the creation of the total universe. Нивартате артхабхавено, нивартате артхабхавено. Нивартате артхабхавено the reaction taking place. From where? Откуда это творение происходит? Я вот это на НАСА в Америке, они последние изыскания о том, что творение оно происходит из звука, от какого-то прекрасного звука. Это все творение произошло. Сложно понять, о чем я говорю. Не все могут понять, и таким образом мы видим то, что действительно так звук можно увидеть. Мы можем видеть звук. Даже материальные звуки, у них есть форма. Форма есть какая-то сварупа, даже материальный звук мы можем видеть в виде волана.
и на каком-то осциллографе и прочих приборах. И также трансцендентный звук, он тоже имеет форму. Так много с Веданта Сутры я не могу обсуждать, но я свяжу все это с Мадхавендра Парипады. Сегодня день Чандан Ятра. Веданта Сутра, я произнесу несколько шлок из нее. Sutra, what do you mean by sutra? Что такое сутра? Сутра значит формула. Sutra means formula. So same, what и то, что говорит Бхагаватам, Веданте в форме нескольких слов, как вот, вот такие короткие сутры, там они из нескольких слов, как шастра Янитват, там огромное, это все здесь Бхагаватам в таком кратком виде. И вот есть много таких Веданта сутр. Если мы будем обсуждать их, они очень прекрасны, очень вкусные и благоухают, поскольку вся наша Шабда Брахма, она представлена в форме шастра. В форме бесконечных шастр. Как Бхагаван, он ананта. Бхагаван, он бесконечен, и также Шабда Брахма также бесконечна. Шабда Шастра бесконечна. Шабда Шастра is infinity ocean. Руб Санатан, Руба Санатана, Джива Госвами, они вспахтали этот океан Шастр и извлекли суть для нас. Если я вам дам несколько томов книг и попрошу рассказать суть, что там излагается, мало кто может сделать, но гуру Вайшнавы не могут, имеют великолепную память, могут кратко рассказать обо всем, что читали, что изучали. И вот эти госвами, они спахтали океан Шастра и дали нам сливки с него, суть, эссенцию всех этих шастр. В форме Джава Дхарма, Чайтанья Шикшамрита, Махапрабху Шикша. Still you say, I am weak, I cannot do what we can do. You should come up now, come forward with some positive mood, you will have to come. Как-то позитивно смотреть на все. И вот, смотрите. Таттву шаманнаят. Таттву шаманнаят, мене такт. Someday I can, specially I can discuss this point. Now I can discuss so many things. Tattu Samanyat mean, you heard already, Om Tat Sat, you heard. Вот мы слышали эту шлоку, Ом Тат Сат, Ом как Шрам Брахма Мантра. Вот это Махарадж произносит. Парамам Гати, Бхагаван Си Кришна. Бхагаван Си Кришна, Ом is on Ekakshar Brahma Mantra. I mean, Ом is equal to Бхагаван Кришна. Вот это мана пранава ом, она не отлична от Бхагавана Шри Кришны. Ом тат, тат значит то, что ом это тат. Ом это татвасту. Есть атат и тат, два термина. Атат значит материальное. Ататвасту значит апракритавасту, трансцендентное. Когда мы предлагаем подношение Бхагавану в форме пищи, когда совершаем арчану, что мы говорим? Идам. Идам васту значит, мы берем материальные цветы и предлагаем Господу. И когда наша преданность смешивается с этими цветами или другим подношением, оно становится трансцендентным.
И вот когда мы предлагаем что-то Господу, и наша преданность, она также предлагается вместе с этим подношением, он становится трансцендентен. В этом секрет просада. И ом тат сат, ом значит татвасту. Татвасту значит сад, сад значит то, что вечно присутствует. Ом значит экакшар брама мантра. И то, что акшар брама мантра, это называется татвасту. И это также сад, поскольку тат, он и есть сад. Сад значит вечно присутствующий объект. И вот тат, ту на санскрите значит кинту, но по-русски. Sanskrit or Bengali, top two. Bengali we say kintu. But in Sanskrit two. Thought, I mean that object. И вот тот объект трансцендентный звук Апракрита Брамавасту. Таттву шам анумат. Тат плюс ту шам анумат. That means Bhagavad Bhajan. И вот это значит то, что Бхагавад Бхаджан. You know, top two sham anumat mean parabrahma anushilan. I mean bhajan. Значит, парабрахма анушилан бхаджан мы должны совершать позитивным образом. Otherwise, detailed discussion not possible. It is in Vedanta written. И в Веданте говорится, что весь наш Бхагавад Бхаджан мы должны совершать позитивным образом. Что это значит? Вопрос возникает. Позитивным образом значит то, как это показано Радхарани. Позитивным образом значит то, как показал нам Мадхавенда Пурипад. Сваруп Гасай, Рагунадас Гасай, Рупа Гасай, Санатан Гасай, Бхактина Такур. Позитивный путь значит наш путь бхаджана должен быть направлен на то, чтобы Бхагаван был доволен этим. И вот есть два слова. Мы должны все это осознать. И вот это, эти слова значат, что мы находим в Веде, Пуране, Упанишадах, в Веданте какие-то указания, намеки, поскольку в Веданте часто иносказательно говорится, часто прямо. Часто прямо что-то говорится, но чаще иносказательно, как-то не прямо. Как я могу, как, например, вот эти слова «джанма йосьята», то и что значит «джанма»? Значит, джанма ади асьо, творение, поддержание этого мира и уничтожение, разрушение, оно совершается парамешвара, парабрамой. Кем? Все творение, поддержание этого мира и уничтожение случается. И поэтому здесь говорится, кем? И в Бхагаватам также Икшатерна Асабьям. Икшатерна Асабьям. И вот в этой шлоке говорится, что мы не должны смотреть на материальные звуки. А еще можно понять, что в этой шлоке говорится, что мы должны смотреть на трансцендентные звуки.
Это прямое значение шлоки. Хотя в ней говорится, что мы не должны смотреть на материальные звуки. И вот тот путь, который показан Радхарани Мадхавиду Припадом, Рупа Госвами Падай Санатана Джива Госвами Рагунатам Рагунат Хайдаса Госвами Рагунат Бхатта Гапал Бхатта Госвами, они все совершают баджан. Они совершают позитивный баджан, значит, он баджан, который одобрен Радхарани. Тот баджан, которым Бхагаван Шри Кришна будет доволен. И вот вопрос ваш очень хорош. И, говоря искренне, если я буду совершать Рупануга Баджан, если буду следовать Радхарани, то тогда Юкта Вараги автоматически придет. И если вы спросите меня, какой совершенный пример Юкта Вараги, это Радхарани. Можно видеть Юкта Вараги в практической форме лили Радхарани, в лили Гуранге. Юкта Вараги в одном случае. Это так. Те, кто начинающие. И вот я говорю о внутреннем значении, что да, Юкта Вайраги, если вы хотите узнать ее подлинное значение, я могу сказать, что Юкта Вайраги — это Рупануга Баджан. Или я могу сказать, что пример всего этого Радхарани или Гуранга Махапрабху — это будет так. Сила Мадхавинда Пурипад. Внешне мы можем видеть, он всегда практикует харинам, он повторяет харинам. Это для, как бы для нас, можно сказать, что он практикует, но он не практикует, а совершает харинам, он получает вкус этого харинама. И если мы обретем вкус к харинаму, то не сможем оставить его. Мы будем постоянно повторять святые имена, но поскольку мы не обретаем вкуса к святым именам, поэтому не хотим повторять как-то через силу повторять. Но когда мы обретем вкус к святым именам, то тогда будем повторять их по-настоящему, не сможем оставить. Как сахарный тростник, он сладкий, но все. Кто-то болеет желтухой, то для него из-за того, что печень не работает, он не чувствует этого сладкого вкуса. И из-за такого, из-за неработоспособности печени, этот сахарный тростник кажется не сладким. Но он сладкий сам по себе. Рупа Госвами Пад пишет, подобно сахарному тростнику. И вот Рупа Госвами говорит, если мы... Но все же мы должны принимать этот сахарный тростник, он подобен лекарству, и постепенно он излечит нас и от этого джондиса, от желтухи. Вот при желтухе полезно пить сок сахарного тростника. When your disease is going to disappear,
И когда наша болезнь уйдет, то материальная болезнь уйдет, и тогда мы почувствуем вкус Харинаму. Вот Мадхавинда Парипад, он день и ночь совершает Шабда Брама Сева. Весь день и ночь он повторяет святые имена. Даже во время Говардхан Парикрама он всегда совершает санкиртану. И также мы должны вместе с санкиртаной делать все. Например, если мы что-то делаем, мы должны помнить внутри, повторять святые имена. Если вы не примете помощь Шабда Брамы, то тогда вся ваша сева не будет полна, не будет совершенной. То есть спите вы или идите, всегда Харинаму творите. Мы должны повторять святые имена всегда. Махапрабху дает такой совет. В Шикшастаке говорится, Niyamita smaraneno kale taddishita bhagva bhagavan mamapi duddhaiva middisha mihajanu nanu ragaha speaking now. So this way, и таким образом Харинам is the complete adherence of all Shabda Shastra. All Shabda Shastra. Олицетворение всех Шабда Шастра. Пурнавасту. Я уже говорил, из Пурнавасту, если мы возьмем Пурнавасту, то Пурнавасту останется. То есть, если целое взять целое, то останется целое. То есть, несмотря на то, что мы возьмем все, то из этого целого Пурнавасту так и останется, как Вриндавану. Когда явился здесь, то в трансцендентном мире он... его меньше не стало. И также Шабда-шастры, хотя они полные, они целые, но все же они указывают, все эти Шабда-шастры, они указывают на Шабда-брама. Понимаете, о чем я говорю? Все Шабда-шастры, в итоге они приходят к заключению и указывают на Кришну, на имена Кришны. Я пример привожу. Как от Бога Солнца, лучи Солнца исходят, и те лучи Солнца могут быть сравнены с Шабдой Шастрой. И Шабды, Пураны, Бхагава, там все звуки. And all those pencil rays, if I can drive, все могут быть сравнены с лучами. И как эти лучи? Они исходят откуда-то, как от солнца, например, исходят солнечные лучи. Если мы проследим, откуда этот луч солнца исходит, мы увидим само солнце. Это такой научный пример, и таким образом все шастры в итоге, все шастры в итоге они указывают на Кришну, поскольку они исходят из него. Как, например, если я помещу какую-то бумагу на солнце, солнце не сожжет ее. But that sunlight cannot burn that paper. Can burn? No. Sunlight can burn that paper, piece of paper cannot burn. But if I take one, you know, lens, consider lens, put here. Но если с помощью лупы сконцентрировать эти лучи солнца, то эта бумага загорится. So this example is good. So all это хороший пример. Все лучи если с помощью небольшой лупы сконцентрировать эти лучи солнца, то они зажгут эту бумагу, и также все шастры,
все авторитетные шастры, это бесконечные шабда Брама, но каждое слово шастра может спасти нас, если наше сердце чисто, искренне, без всякого лицемерия, если мы сможем принять прибежище у подлинного Гурудева. Кто-то может повторить Харинам, купить малу на базаре. Но когда Гурудев прикасается к мантре и повторяет Харинам на ней, то вся сила эта, она концентрируется на этой мале. И тогда, когда мы повторяем такую мантру, начитанную великим вайшнавом, то мы получаем вкус к Харинаму. И второй вопрос. Все саду, все не могут понять, что случается где-то. Только и такие избранные сады. Те, кто совершает намбаджан, распространяют милость через Харинам, те, они намачари, как Харидас Такур, Рупа Госвами, Падсанатана Госвами, Рупа Госвами, Рагунатас Госвами, Шрила Прабхупад, Шрила Бхакти Прамодпури Госвами Махарадж, с помощью Харинама, с помощью силы Харинама, Хари Кришна, он находится внутри их сердца всегда. Кришна всегда внутри их сердца, и для них возможно понять, что где, когда случается, но все же не всегда. Почему? Это зависит от желания Кришны. Однажды один вопрос. Какой-то Махарадж достаточно давно, может, 20 лет назад, и вот Шанта Госвами Махараджа спросили, что вы антарьями, вы знаете все. Почему иногда мы наблюдаем, что вы что-то не знаете? Почему вы являете лилу незнание чего-то? И он сказал, что правда. Те, кто совершает намбаджан, я могу привести бесчисленные примеры, но времени мало. И вот я несколько примеров могу привести, через которые я покажу этот факт. И вот те, кто намачари, те, кто могут спасти обусловленных душ с помощью харикатхи киртанов, харикиртана, такие могущественные саду, они могут понять ваше сердце, но все же это не значит, что они все могут понять, поскольку они заняты памятованием лили Кришны, и обо всем остальном им некогда думать, им это неинтересно. Как Баладев, он не отличен от Шри Кришны. Это его первое проявление. Но все же, когда Кришна совершает лилу в течение года, вот, например, вот эта лила Говатсахаран лила. И вот это... Вот это лила, когда Брахма украл пастушков и телят. Говатсахаран лила. Вот это в течение года проходила эта лила, но Баладев не знал об этом. Шанта Госвами Махарадж, и когда этот саньяси спросил Шанта Госвами Махараджа, Шанта Госвами Махарадж сказал, что вы антарьями, потому что вы все знаете, но почему иногда что-то не знаете? И Шанта Махарадж сказал, мне велело ответить на его вопрос, я так ответил. И Шанта Махарадж очень доволен был, как вот Баладев, он не отличен от Бхагавана, но вот этого не знал, что этот Брахма украл телят и коров. Там говорится, что вот эту лилу Кришны, которая в течение года проходила, Баладев не знал. И однажды Баладев увидел, что случилось. Нечто необычное, все маленькие телята,
все эти коровы обычно любят молодых телят, но тут случилось что-то необычное. Эти коровы бегут больше, пытаются ласкать своих старших телят. Почему так? И вот Баладев подумал и увидел, что все это Кришна, что Кришна принял форму этих телят, и поэтому коровы не так стремились к ним. И однажды Кришна и Баларам играли со своими друзьями. Это следующий пример. И вот они играли с пастушками, и тем временем один демон пришел в форме пастушка. Но хотя они все знают, но если Кришна постоянно будет все знать, то такая сладостная лила не получится. Поэтому Кришна отдал эту ответственность Йога Майе, это ее департамент, ее отделение. В ее ведении это все иногда. То есть Кришна будет вести себя как Верховный Господь Всезнающий, то эти лилы не будут столь прекрасны. Если бы Кришна сразу убил этого демона, то было бы неинтересно. И вот Баладев поэтому тоже может знать все, если он будет уделять этому внимание, пытаться выяснить. Как вот он посмотрел, почему так происходит, почему коровы стремятся к старшим телятам, он увидел, что Кришна принял форму телят и пастушков, поскольку тех настоящих украл Брама. И так с Баларамой случилось. И вот в этой лиле они играли в игру. Ношение других на себе. И вот в общем что-то играли, и проигравший должен был носить победителей на себе. Как можно вспомнить, когда Кришна проиграл, то Судама сел на него. И поехал на нем, как на лошади, еще и пятками его бил по животу. Смотрите, насколько прекрасен, настолько сладостен Кришна. Никакие полубоги, никакой Нараяна не может сравниться с Кришной. Только с Кришной можно иметь множество видов отношений, ни с кем иным. И поэтому Баладев, вот этот демон забрал Баладева. И вот этот демон Баладева повез в сторону Мадхуры, а тот подумал, что происходит, мы что тут играем, зачем нам Мадхуру, и понял, что это демон, и убил его. И хотя Гуру Вайшнава, они подобны антарьяме, подобно сверхдуши, пребывающей в каждой шастре, но они заняты трансцендентными вещами, они чем-то материальным, и поэтому иногда упускают это из виду, поскольку мне некогда там знать все. И еще один пример я могу привести. Почему Мадхавенду Пурипат, вот он антарьям или нет? Мадхавенду Пурипат, он антарьяме. Но почему он не смог понять, когда он совершал полную парикраму Говардхана, и после этого он сел на берегу Говиндакунды, начал повторять Харинам.
И тем временем какой-то маленький мальчик пришел, спросил, что ты делаешь, ты ничего не ешь. Моя мать понесла молока тебе. А как ты знаешь, что я пощусь, как не знаю, вот гопи тут мимо проходили, набирали воду из Говиндакунды, сказали, что этот саду сидит, ничего не ел давно, и меня послали, чтобы я молока тебе принес. И Мадхавинда Пурипад, он посмотрел на него, взял это молоко, опять посмотрел, почувствовал, что-то почувствовал, но не понял, что Кришна, и это молоко было очень прекрасно. Раньше молоко, конечно, пил, но настолько прекрасного молока, как Амрита, как нектар, он еще не пробовал. Он должен был узнать Кришну сразу, но не узнал о воле Йога Майи. Йога Майя сделал так. Но ночью, вечером люди говорят, и вот вечером они договорились, что этот мальчик заберет горшок, и Мадхавинда Пурипад вымыл горшок, и значит ждать его, повторил Харинам, нельзя сказать, что он заснул. Сон как бы тамагуна считается, но... И как Гуру Махарадж видел, он не спал, он всегда воспевал свет имена, хотя внешне иногда выглядело, как будто он спит. Но если поближе посмотреть, то можно было заметить, что он повторял свет имена постоянно. И вот Мадхавинда Пурипад, он также может знать все, но не знает, а почему, поскольку это не желание Кришны, чтобы он знал, иначе... Такой лилы прекрасной не было. И вот чтобы насытить лилу, Мадхавинда Пурипад, он находится на таком уровне, как... И поэтому случилась эта лила, и ночью, когда Кришна пришел к нему во сне, сказал, что я пришел к тебе. Я Кришна, ты пришел ко мне с молоком, да, ты не узнал меня. И тогда Мадхавинда Пурипад, он сразу пришел в себя, начал плакать, о Кришна, ты пришел ко мне, я не мог удержать тебя. Сам Шри Кришна пришел, в Читани-читамрите говорится, что сам Шри Кришна пришел, а Мадхавинда Пурипад, он не понял. Поскольку в этом не было желания Кришны, поэтому мы не должны сомневаться в Гуру и Вайшнавах, у них есть другие дела, кроме как смотреть все подряд. И мы не должны чувствовать себя одиноко, мы должны помнить, я не только чувствую, я вижу, что много преданных. Они говорили мне в Калне, 22 года назад я говорил Харикатху в каком-то месте, в какой-то деревне. И вот я говорил Харикатху, и кто-то сказал, что подобно какой-то бабуи, мы видели, что какой-то пожилой человек с палочкой стоял здесь, и в Джагнат-мандире тоже, в Чагдис, где я говорил Харикатху на Вьясасане, кто-то видел, что кто-то пришел. We see one old man with stick standing in front of me. Who is that old man? I cannot see. Ну что, какой-то пожилой человек приходил, я не мог видеть, просто говорили, какой-то пожилой человек, но потом выяснили, что Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж приходил. И много раз я чувствую, что он со мной, если бы
И вот однажды кто-то начал... Ну, в общем, братья Маджи пригласил куда-то, но там какие-то люди пытались всячески помешать. И потом выделили 10 минут все же. И когда я начал говорить харикатху, какой-то огонь явился в моем сердце. И когда я потом возвращался с харикатхи, то меня спросили, что случилось сегодня. Какой-то огонь явился в вас. Такая харикатха была. И вот иногда случается так. Это не чудо, это милость Гурудева. Кто-то может думать, что это чудо какое-то, но почему Рагхунатха Госвами, он родился, почему он принимал омовение в Радхакунде, и тигр там ходил, воду пил, а Рагхунатха рядом был, почему так происходило? И вот Рагхунатх был там, и тигр тоже был рядом, но Рагхунатха не видел. Санатан Госвами пришел, чтобы встретиться с Рагхунатхом, издалека пришел. И после этого, когда он встретился с Рагхунатхом, отругал его. И с сегодняшнего дня ты должен совершать баджан внутри, баджан кутира, не под деревом, а то тигры тебя съедят. И тогда, по милости Санатана Госвами, в Раджавасе они построили ему небольшой баджан кутир. Или можно вспомнить Локнатха Госвами. Он жил просто под деревом. И какие-то логические аргументы, они не могут быть на пути баджана. И с помощью бхакти мы должны понять все. Когда я жил в Гокулдхаме, в лесу, практически, то ночью ходили всякие шакалы, лисы, волки. И прочие животные, но меня никто не укусил, там не напал, как-то возможно. Однажды я говорил харикатху на Сурьякунде. И это был, я думаю, Нарисимха Четырдуши или Джанмаштами. И в то время, когда я говорил харикатху в Раджавасяне, вы как понимаете харикатху, но в Раджавасяне такие достаточно простые таттвы, они не понимают, нужно какие-то истории рассказывать, я не привык истории рассказывать. И вот когда я говорю харикатху, когда закончилось, я встал. И вот я встал, и у меня из одежды выпал скорпион какой-то. Но он сидел все время. На Махарадже, когда он говорил харикатху, но не укусил. One boy fall down in fire, glowing fire. And the Grihastha running there and informing Prabhupada. Prabhupada, my boy already, and my grandson, small boy, fall down in fire. Однажды какой-то ребенок упал в огонь, вот так, те преданные побежали к Шриле Прабхупаде и сказали, что случилось, но Шрила Прабхупада сказал не волноваться, и потом после харикатхи увидели, что ребенок все целый невредим.
кто-то думает, что это чудеса. Я много таких случаев написал в книге на Бенгале Бимала Прасад Сарасвати. Она еще не переведена. This way happening is the arrangement of Bhagavan, from time. So this way, Madhavendra Puripat could not fail us. I come to the point, Bhagavan, I have to draw conclusion. Then Bhagavan Sri Krishna was speaking, night time I came. Oh, I couldn't realize. After that crying, but don't cry. Actually, I am there in the form of deity. И вот возвращаемся к Мадхавендра Пурипаду, и когда этот Мадхавендра Пурипад, он очень сожалел, что не мог узнать Кришну, а Кришна явился к нему во сне, сказал, что не беспокойся, я здесь нахожусь в форме божеств. И вот он, эти божества установлены Ваджранабхой, это внук Кришны. И пуджари, они испугались мусульманского нашествия, они эти божества спрятали в лесу и убежали, и с тех пор я нахожусь там. И жду, когда же Мадхавендра Пурипад придет. И вот я жду, когда же Мадхавендра Пури придет, и я приму севу от него. Бхагаван, он полон в себе, но все же он принимает служение от преданных. Бхагаван, он хочет даже принимать остатки пищи преданных. В этом природа Бхагавана, что же делать? И в итоге утром Мадхавендра Пурипад прекратил плакать и пошел в деревню и сказал: «Ваджаваси, Бхагаван явился ко мне, дал наставление, мы должны пойти и найти божество Гопала, берите с собой инструменты, там такой дремучий лес, и вот они пошли под руководством Мадхавендра Пури и нашли эти божества». Madhavendra Puripad, you know, shedding tears, Gopal, you appear in front of me, kissing Gopal. Then Gopal is the instruction. Madhavendra Puri, он. Out from forest, my body is burning. So long. И вот потом он от Гопала получил наставление, что нужно вытащить Гопала с леса, накормить его, ну, предварительно мыть, совершить пуджу, арчану. И поскольку во Вриндаване внешне очень жарко, то нужно как-то охладить тело Гопала. И вот Мадхавендра Пурипад организовал все в соответствии с наставлением Гопала. И вот его поместили на верх Гавардхана по его наставлению этого Гопала и начали совершать поклонение. Ну что, вещей не хочу говорить о них, анакут и прочее. Это долгая история, на все время не хватит. И вот сейчас я возвращаюсь к тому, к причине того, по которой явилась Чандан-ятра. Я хочу связать Веданту и прочее, чтобы вы поняли, что к чему, откуда. И таким образом, однажды Гопал пришел опять во сне к Мадхавендра Пури и сказал, что мое тело горит, ты совершаете абхишек мне, но все же мое тело горит. Лучше, если ты сможешь отправиться в Южную Индию и принесешь сандал. Сандал, настоящий сандал, он очень дорогой. Ну еще, а дерево Чандана, там на нем множество змей живут, не так просто пойти напилить его. И
Еще Гопал сказал, чтобы Мадхавендра Пурипат никого не послал за Чандана, сам лично пошел. Но ему уже было там за 70, если не больше. Но все же Гопал сказал, чтобы никого не послал, а сам лично пошел пешком. Иначе невозможно, дал ему такое служение. Вот Мадхавендра Пурипат пошел. Вот с Вриндавана до Пури топать там много, пару тысяч километров. И таким образом мы видим, Мадхавендра Пурипат пошел, дошел до Шантипура, Навадвипы, потом отправился в Орису, достиг Джаганнатха Пури, взял Чандан. Ему царь подарил Чандана, когда они услышали, что Бхагаван явился во сне, все панды, даже царь. И вот царь тоже ему помог. Он дал много чандана, сандала. Панды, они были богаты. Все в золоте ходят. Они тоже дали сандала. И вот было достаточно много, что этот поднять даже не могли. Этот Мадхавендра Пури не мог поднять. Он собирался взять, но не смог поднять мешок с этим сандалом. Еще ему дали сопроводительное письмо, чтобы его не ограбили по дороге, не обвинили в воровстве, в неуплате налогов и прочего, прочее. Вот царь ему письмо написал, что он достойный человек, мы ему подарили чанданы, чтобы проходил везде и не задерживал, никто его не задерживал. Этот чандан до Вриндавана нести сложно было. Gopal speaking. Oh, so enjoyment. Gopal speaking. Taking the chandan. Wait. For the time. Then they are going to give two men. И вот дали ему двух носильщиков, чтобы они несли, помогали. Finally, Мадхавендра Пурипат going to reach. И вот Мадхавендра Пурипат так пошел, и я подробно все не рассказываю, кратко. Но перед тем, как он в Кирачора Гопинат проходил, там была своя история, как Гопал, этот Гопинатх украл Кир для него. И в итоге что случилось? Мадхавендра Пурипат опять посетил Кирачора Гопинатха в Римуне. Мы можем проверить Гуру Вайшнавов, если у нас есть какие-то сомнения про Тишту, материальное слово для них не представляет никакой ценности. А если у кого-то есть желание прославиться, то человек не может говорить подлинную харикатху. Если он говорит ради собственной славы, то человек, такой человек не может говорить харикатху, подлинную харикатху. Это не так просто, это автоматический фактор. Махапрабху сказал, что вот эти качества мы должны иметь для... Мы можем совершать харикатху, совершать харикиртан только тогда, когда у нас есть тринада пибава, когда у нас есть подлинное смирение. Гуру Вайшнава, они всегда видят всех как свои гуру. Они благодарны всем за то, что они дают им. Это главный признак Гуру Вайшнавов. И вот Мадхавендра Пурипат опять достиг Римуны.
going to steal kira for him. Everybody can give garland, washing my leg. And now at present, acharyas, they are extending their leg. Well, you wash my leg. But Guru Vaishnava flying. No, 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 no. Don't do that. You cannot see Popa. You cannot see Guru Bhargava. No, no, I am falling so. Я видел настроение Гуру Махараджа. Если кто-то поклонялся ему, ему было неудобно. Он говорил, зачем вы мне поклоняетесь? Поклоняйтесь лучше Шри Прабхупаде. Он был очень смирен. И поэтому этот пример, сияющий пример Гуру Махараджа, он всегда в моем сердце. Я помню Шрила Сиддхартха Госвами Махараджа, Шрила Бхакти Прамод, Пури Госвами Махараджа, Шанта Махараджа, они все находятся в моем сердце и показывают мне путь. Гуру Бхаргава всегда со мной. И таким образом Мадхавендра Пурипат почувствовал какой-то стыд, но все равно пошел. Он оставил мешок с чанданом там рядом и зашел в храм, оставил мешок с чанданом, начал петь, танцевать для Кира Чарга Пинатха. И эти пуджари того храма узнали его, предложили ему кир. Они знали, что он великий преданный. И вот он остался на ночь там, и ночью Бхагаван явился к нему во сне. И Бхагаван сказал: «О Пурипат, на самом деле, мое тело, я Синаджи Гопал, мое тело и тело Гопинатха, они отличны друг от друга. Поверь мне, ты можешь весь чандан предложить Гопинатху и мое... И мой жар уйдет, тебе не обязательно так далеко идти, поскольку... И я получу все благо от этого чандана. И вот Гопал пришел к нему во сне, дал наставление. Что мое тело и тело Гопинатха не отличное друг от друга, и поэтому можешь предложить чандан ему. Гопал настолько милостив. Его милость бесконечна. Он как Кришна, и даже более, большая милость в Гуранге, но все же мы столь падшие, что мы не можем обрести эту милость. Что Гуранга Махапрабху, что он не сделал для нас? Rolling down and crying, street beggar. But still, inside my heart, this kind of feeling not coming. Still, я пытаюсь что-то сделать, мы пытаемся что-то сделать, но все же это великолепное чувство божественной любви не приходит к нам. Почему? Гуранга Махапрабху сделал все для нас, чтобы мы обрели Кришна Бхакти, но из-за оскорблений мы стремимся к каким-то посторонним желаниям. И слышав так много харикатхи, наше сердце не изменилось. Почему? Из-за оскорблений. В читании Читамрити говорится об этом. И в итоге что случилось? Здесь говорится, Гопал настолько милостив. Гопал думает, что Мадхавендра Пурипат, он возьмет так много, ему тяжело нести этот чандан до Гвардхана 2000 километров пешком лучше. Если он предложит все это Гопинатху, вот он сказал, что мое тело не отлично от него, поэтому
без всяких сомнений предлагает Чандан Гопинатху. И что случилось? Утром Мадхавинда Пурипад позвал Пуджари и сказал, что Бхагаван сказал ему во сне, поскольку Бхагаван украл кир для него, это что Бхагаван ему пришел во сне, у них сомнений в этом не было. И вот Бхагаван пришел, что плохого. И Пуджари все слышали и подумали. И вот Мадхавинда Пури сказал, чтобы организовали двух молодых браманов, чтобы они терли чандан. И вот они сидели, терли чандан весь месяц. И, ну, в смысле, терли чандан и предлагали его Гопинатху. Чандан ятра продолжается 21 день. И вот весь этот 21 день сначала мы, Гауди, мы... И вот эта чандан ятра началась с этого дня. У нас есть возможность следовать этой чандан-ятре. Сегодня наша великая возможность. Мы в уме можем, если физически мы не можем, то хотя бы в уме мы должны терять чандан и предлагать его телу Бхагавану. И во всех гаудия-матхах везде следует этой чандан-ятре. И в течение 21 дня труд чанданы предлагают телу Гопинатха. While Bhagavan for sleeping time, they are going to take all chandan from body. А потом, когда перед сном Бхагавана этот чандан снимает с его тела, а с утра опять предлагает наносит. Чандан ятра особая. Джагнат, Баларам и Субхадра, все они и в Нарандра-сароваре, там, в этом Чичандра-сароваре, лила катание на лодках происходит. Джагнат, Баладев, Субхадра. Виджай-виграхи. Не большие виграхи, а маленькие, эти виджая виграхи. Running here and there, all deities, all devotees, all around watching Chandan Yatra openly. This way, Chandan Yatra, Jagannath, there is so many things, И вот, ну, в этот день начинается Чандан Ятра и лила катания на лодках. И мы хотим сделать заключение, что любовь Мадхавинда Пурипада. Мы не можем и это чувство любви сравнить с чем-то. Мы не можем представить, что эта любовь возможна для кого-то. И поэтому Адвайта Гасай, он получил дикшу от Мадхавинда Пурипада. Почему он получил дикшу от него? Я Адвайта Гасай получил дикшу от Мадхавинда Пурипада, когда увидел, что такая према, такая так, божественная любовь, такое чувство, но невозможно. И Нитянанда Прабху тоже получил дикшу. Nityananda Advaita Vibhu, they're taking in Guru Parampara writing. So what Prabhupada speaking, we must believe.
И вот сегодня началась Чандан-ятра, и та шлока, с которой начал, мы должны пытаться понять ее, поскольку эта шлока произнесена Радхарани, и заключение в том, это Баба Радхарани. Так или иначе, не знаю почему, это настроение Радхарани. Радхарани плачет, и как это вираха, чувство разлуки явилось в сердце Мадхавинды Пури. И в этом вопрос. В Шри Чайтанья Чаритамрите говорится, по милости Радхарани, эта шлока явилась в сердце Мадхавинды Пури. Это изначальная шлока, произнесенная Радхарани. И таким образом мы должны понять эту татву детально. Мы должны понять, что наш Гурудев должен быть самосознающей себе душой в Шабдабраме и Парабраме. И также я хочу сказать, что как узнать, что он Нишкинчан, имеется в виду, вот такой вайшнав какой-то. Кто такой Нишкинчан? Мы можем следовать Мадхавинда Пури. Этот Мадхавинда Пурипад, он никогда не спросил, даже молока, что говорить о каких-то чабати, рисе, еще чем-то, даже молока не просил. Это, ну, вообще ничего не просил, только если кто-то специально приносил ему, тогда он принимал. А так он ничего не просил даже. Этот Мадхавинда Парипад, великий Нишкинчан, преданный, лучший из Нишкинчанов. У него было только мало и... емкость для воды. И вот он, ну, смотрите, впоследствии он основал храм для Гопала, очень огромный храм. Нишкинчан не значит ходить нагишом. Нет, это не то. Главное не привязываться. Нишкинчан Баба — это не то, что нужно выставлять на показ. Нишкинчан — значит то, что мы, это готовность сделать все и вся для Кришны, понимаете? Это зовется подлинная Нишкинчан Баба. И вот Мадхавинда Пурипад, он не просил ничего, даже молока не просил. Вообще ничего не просил ни у кого, но этот Мадхавинда Пурипад, он организовал такой огромный храм для Гопала. И Враджаваси ему пожертвовали множество коров, 10 тысяч коров у него образовалось. И все он занял в служении Гопалу. То есть очень богатый человек стал. Ну, хотя не его было все для служения Гопала. Храм пришел к нему, 10 тысяч коров. И он, нескольких учеников у него было. Это не столь важно, он все равно Нишкинчан. Он был готов сделать для Кришны все. Много раз я объяснил эту шлоку для Кришны. И это океан Шастра. И вот Махапрабху привел пример Санатани, что целомудренная женщина, она решила служить как какой-то проститутке, ну, поскольку этот ее муж завожделил ее, и вот она решила ей служить. И вот мы должны понять все и жить
достойной жизни, та шлока, которую я вчера произнес. И снова и снова мы должны пытаться понять это чувство Мадхавинда Пурипада. Today I have nothing to do. I wanted to arrange feast for you, but there no Torun Babu sick. So I arrange some sweet for you in front of you, me. You will have to take. All I arrange sweet for you. Already offered to Bhagavan. So you'll have to sit in row and take. Sweet. But also one small question. How we can harmonize that we know that Swarup Damodar, we say it's Lalita. И вот вопрос, Кавикарнапур в какой-то книге говорит, что этот Рагунадас Гасай, вроде он, что в одной книге говорит, что он Лалита, в другой Вишакха. А почему так? Можете? Это по воле Радхарани, как Данга Банга Лили, Вридавна Стакур иногда пишет, что это Данга Банга Лила в одном месте происходило, а в читании Чинатамрити говорится, что в другом месте. Ну, гармония в том, что в различных калпах различные вещи случаются. То есть один говорил, что в одно время случилось, другое. Поэтому такие несоответствия. И также Лалита может поменяться местами с Вишакой. В какой-то калпе иногда Рамананда в форме Вишаки является иногда в форме Лалиты. Или как Вастахаран Лила. Там два места есть, где это все случилось, поэтому некоторые в замешательстве находятся, но мы не должны путаться. In front of me, I can do mala, I can take prasadam. And stop. So you get all answer of your question or some? Yes. It's always like this, I go back to this. If you are not asking, still some other day you can get answer, yes. Through Harikatha. This happens so. Sometime in the whole assembly I'm speaking Harikatha, one devotee like to, somebody says, wait, let Maharaj speak. After the Harikatha is over, One hour. Oh Maharaj, I wanted to put this question. Now all question is over. I get answer. So this way you'll have to keep patience. Take. I don't ask you so many questions as before. Because before I was asking. Before. More. Now you are getting maturity. Day by day, try to do seva. I can give you promise that if you are sincere, you can get. This I can promise. This much I can say, I have the power of Gurudev. I have no power. I am not devotee. I am a fallen soul. But by the power of Gurudev, I can say, I can do something for you. This I can promise you. If you can keep patience, not like Sahajiya. I can make you gopi tomorrow, that I cannot promise. In gradual souls.